Всех приветствую. Итак, о чем у меня канал? У нас сегодня, вот, например, свободная тема, да, лекарства против страха. Я хотела бы поговорить об этом, потому что у нас сейчас весь мир практически охвачен именно страхом в любой концентрации. На моем канале вы можете увидеть как карты Таро, так и руны, и также психологию, но немножко разобранную под другим углом. Поэтому это и называется, в принципе, парапсихология. Почему такой формат? Потому что я сама так живу. Я не живу в какой-то одной системе, и для меня мир многогранен. Поэтому на сегодняшний день я хотела вам просто сказать кратко, что лучше сделать для вас, чтобы у вас были максимум ваши ресурсы, чтобы вы подняли себя с любой ситуации. Поэтому это видео, да, я назвала «Лекарство против страха». Так как современные люди живут в эпоху тревожных прогнозов, новости, эпидемии, экономический кризис, вот сейчас у нас опять кое-что приближается, да, политические реформы, но вы должны понять, что страх блокируют вас в некоторых сферах жизни. Поэтому каждый день вы снова и снова, хоть и будете слышать деструктивные прогнозы, но мои рекомендации помогут вам оставаться непоколебимым и верным своим целям и оберегающим свою жизнь. Подобный поток негатива не может, конечно, сказаться на внутреннем состоянии человека положительно, но также хочу вам напомнить, что то, что вы впускаете внутрь себя, оно во многом определяет и физическое ваше состояние. Поэтому один из главных врагов иммунитета – это страх. Когда человек испытывает страх, да, это отличный инстинкт, но организм выделяет норадреналин и кортизол – это гормоны стресса. И чем сильнее тревога по поводу пандемии и всего связанного с ней, тем ниже иммунитет. Так, камера у меня такая, оставляет желать лучшего, качество видео, да, ну, пока так, но мне нравится качество видео и звук, поэтому пока я не меняю вот такую съемку. Так, главное, мы как раз на таком вот видео по страху, главное и вам тоже успокоиться, не паниковать, даже если что-то идет не по плану. Итак, первое, что вы делаете, вы поддерживаете свое физическое тело, соблюдаете режим дня, спите не менее 8 часов. Постарайтесь, если у вас есть привычка спать только 4 часа в день, то вы как-то это удлиняете дневным отдыхом, расслабоном, как говорится. Питайтесь разнообразно и вкусно, и обязательно следите за дыханием. Во время стресса измените алгоритм дыхания и отрывистого на глубокое. Вот прям надо тяжело подышать, вот так вот глубоко подышать. Давайте своему телу достаточно физической нагрузки. Баланс физического тела очень хорошо восстанавливается солью. Она элемент земли. Я напомню вам, поэтому ванны с солью дают выраженное оздоровительное влияние на организм. Используйте травяные сборы и витаминные чаи, чтобы поддержать свой иммунитет и успокоить нервы. Далее, помогайте своему эфирному телу с помощью стихии огня. Постарайтесь, чтобы в этот период, когда в вашем доме, либо у вас самой постоянно тревога, зажигайте хотя бы одну свечу. Да, одну свечу в день, как бы это странно ни звучало. В случае упадка сил и есть смысл использовать очищающие техники со свечами, вы найдете их на моем канале. Я потихонечку буду их выкладывать. Проходите со свечой по дому. Это одна из техник. Таким образом, вы избавитесь от энергетических застоев в закоулках вашей квартиры, а именно это углы чаще всего. Старайтесь создавать положительный энергетический фон, и чтобы не было залежавшихся вещей, даже если они вам очень нужны и ценны, тогда стряхните, переложите, выложите их на солнце, чтобы новые потоки энергии пришли
и освежили ваш энергетический фон. Потому что все эти тела, да, у нас физическое тело, мы знаем, что это такое, эфирное тело, вы догадываетесь. Мы сейчас переходим также к ментальному телу, а еще есть астральное тело. Так вот, старайтесь создавать положительный энергетический фон. И что касается про ментальное тело, вы должны давать ему покой. То есть это покой информационный. То есть новости, вы чувствуете, что новости вас свергают в панику. Ограничьте пребывание в соцсетях, не смотрите телевизор. Это и есть ментальный покой. Займитесь самообразованием и чтением. Что касается астрального тела, это к нему относятся эмоции. И многие эмоции сейчас не нужны. Прекратите общение с людьми, которые в ситуациях общей паники с помощью окружающих питаются негативными эмоциями за счет людей, создавая фейки, создавая еще больше паники. Расстройство астрального тела хорошо лечит вода. Используйте очищение первоэлементом воды. Принимайте контрастный душ. Очищайте энергетику мысленным водопадом. Помните, хотя бы делая это, когда важные планы рушатся по независящим от нас обстоятельствам, нужно думать о будущем. В ситуации неопределенности основной источник вашей силы – это вера в себя, разум и логику. Итак, всем хорошего настроения. Убирайте ваш страх. Этот пост я доработала, но повзаимствовала некую информацию по телам у черного мага Серсен Розен. Поэтому, если вам интересны какие-то его работы, можете поискать его тоже в интернете. А для вас я разделила это все по зонам, чтобы вы понимали, как относиться сегодня к этой общей обстановке, которая происходит и не думает заворачивается, а она только становится, по-моему, плачевно интересной. Ну, что ж, если что, пишите в комментариях, я отвечу на ваш вопрос. И что касается по астральным телам, только по общим вопросам, пожалуйста, пишите в комментариях. А в личку только запись на консультацию. С любовью, Каролина.